ребят. Батис там нас. Блять, не знаю, есть ли, есть. Да нахуй. Вон он здесь. Пожить, пожить, пожить. Убивайте только. Жить. Не убивайте. Жить, 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 жить. Меня убили. Меня убили. Да ну нахуй. Блять, я вот не зря башкой вжался в грузовик. Ёбаные твари, блять. Как обычно, по одно попадание минус рука, блядь. Стреляют с этим говном. Не люди, блядь. Тоже как ты меня видишь, если не люди в пусте? Да, ты типа, ты не... Там есть какие триггеры, если ботов? Типа там на прямую видимость, там на... Что? На положение ЧВК, наверное, и на кусты. Нихуя, просто, типа. Есть прямой контакт? Вообще возможный. Есть. Все, ебать, это уже ему... Я ваншот, или? Да, вали хуесос, тебя ваншот. Они, да, он сидит там в офисе. Как вот его пишут? Пистолет. Давай я его байчу, пытаюсь видеть, сколько получится патронов. Бля, разыграли как это по часам, блядь. Ты что, не было респа, что ли? Саша с КСом, блядь. Бля. Ну вы, блядь, ты стрелял влево, и он влево стрелял куда-то. А, он не с КСом, а с дробовиком у него, кстати, были. Блядь, фашист Миша за стиль МФ. Он первого уровня, Саш. Конечно, он, блядь, он мне зафаршмачил всю этой контузией ебаной. Что там есть то? Да. Как я понимаю. С болтовкой он, Миша, опасно очень двигаешь. Где он находится, скажи мне, на углу? Я блядь. Пойду, Саш, потрекай его, пошел. Чем я отвлекать? Ну просто пробеги, блядь, соседнюю шахту, блядь. Славянский пуш масиниста без патронов. Уже убил одного. Кто-то бежит по металлу. Да. Па, на эту забрались хуёвин. Ясно, понять. Че, они по металлу? Не, бегу. Убил одного. Дверь пытался вышибти, которая заваренная. Какие-то чёрки попадают тупые, то у него мощник в стену прёт, то он пытается дверь вышибить, которая закрыта и умирает, блять, от этой хуйни. Так, почтальон печка, наверное, никто там не хочет сделать. Вот, все нахуй. Испарились, блядь. Почему у меня доллары показываются как квестовый айтем, блядь? 6 тысяч долларов. Спасибо, Никита, спасибо. Так, надо выйти того и того пролутать. И... Опа. Это бот? Это... КВК
чувака, которого я убил. Ты убил его? Да. Ты чувака, которого я убил? Хороший зверь. Блять, я обосрался. Он... Алло. Алло, Влад, ты сколько можешь? Да ёб твою мать! Ты не уважаешь, что ли, надо? Да, блядь, я, блядь, обосрал, блядь. Я перданул, блядь, я обосрал свои эти шорты, нахуй. Кого? Кстати, если тут... сейчас тебе реконнектнусь, я, нахуй, туда пощемлюсь, блядь, быстрее порозу, нахуй. Ну, кстати, да, они на HDD-шниках могут там бутерброды греть. Можно. Блядь, дикий на меня выбежал! Подбегай, наверх беги, я резнулся. Я его сейчас убью. Где он? Вышел. Да где-то там, блядь, был нахуй. Как ты собираешься? Спускайся. Вот, на выход. Успел, да я не знаю, там стоит, блядь, чел, может быть, еще не реконнектнул сейчас. Да, я тогда первый пройду сейчас, блядь, всех это. Выход закрытый? Да. Там после... на горе трупов должен сидеть по-любому, блядь. Минуты нахуй, спокойно. Давай, шаблей. Теперь тебе первым уже пропускать. Через дверь пойдем, да? Не, да, через ту дверь. Сейчас стремимся. Открытая дверь там, да. Он лежит, загружается, Саш, давай, твой выход, это шанс! Он лежит, блядь! Он живой! Я ему ноги отстрелил, добивай его. Ой, синий!